Дорогие друзья, начинаем 53-й выпуск программы «Дом культуры». июля 1743 года в селе Сакуры Казанской губернии родился Гаврила Романович Державин, русский поэт эпохи Просвещения, самый яркий стихотворец до пушкинской поры. При этом он занимал большие государственные должности при Екатерине II и после нее. Он был широко известен и почитаем в России и оказал большое влияние на развитие культуры читающей публики. Поэтому мы, современные россияне, многим ему обязаны, хотя и не подозреваем об этом. Державин родился в семье мелкопоместных дворян и детство провел в родовом имении. Он рано потерял своего отца, секунд-майора Романа Николаевича, и воспитывала его мать Фёкла Андреевна. С юности Державин проявил тягу к высокой словесности и с увлечением переводил стихи европейских авторов. Кроме русского, он владел только немецким языком, но это не помешало ему переводить с немецкого и античных авторов, таких как Овидий и Лукреций. В юные годы Державин служил рядовым гвардейцем в Преображенском полку, а 28 июня 1762 года вместе с полком участвовал в государственном перевороте, в результате которого на трон взошла Екатерина II. В 29 лет он получил офицерское звание, а в 30 был назначен в штаб генерала Бибикова, командующего русскими войсками при подавлении Пугачевского восстания. Он был очень ценным сотрудником, потому что хорошо знал местность, он вырос в этих местах и сумел организовать из местного дворянства конный эскадрон. Он занимался агентурной работой, готовил лазутчиков в стан Пугачева, снабжал их легендами. Кроме того, перевербовывал лазутчиков от Пугачева и совершил подвиг чисто в суворовском стиле, когда из засады с малочисленным отрядом напал на превосходящие силы противника и отбил у них огромный обоз с награбленным. Но самое ценное для нас, потомков, является то, что он подробно описал в своих записках всю историю восстания Пугачева. И Пушкин, работая над историей пугачевского бунта и капитанской дочкой, пользовался записками Державина как основным источником информации. Несмотря на все свои способности, Державин не умел угодить начальству, поэтому его обходили поощрениями и повышениями. Его стремление добиться заслуженной награды привели к увольнению в запас в низком чине с получением 300 душ крепостных в Белоруссии, что было ничтожно мало по сравнению с тем, что получили другие офицеры, служившие не в пример хуже Державина. Но такова судьба всех честных людей в России, и это, увы, со временем не меняется. Когда Державин вышел в отставку, ему было 34 года. С этого момента начинается его гражданская служба в чине статского советника в правительствующем Сенате. Но нас он интересует прежде всего как поэт. Все свободное время от службы Державин посвящал запискам и стихам. Он перешел от переводов к авторскому сочинительству и стал формироваться его собственный поэтический стиль. Первые стихи Державина увидели свет в 1773 году. Вот одно из его первых стихотворений, которое называется «Объявление любви». «Хоть вся теперь природа дремлет, одна моя любовь не спит. Твои движения вздохи внемлет и только на тебя глядит. Приметь мои ты разговоры, помысль о мне наедине. Брось на меня приятные взоры и нежностью ответствуй мне. Единым отвечай воззрением и мысль свою мне сообщи, что с тем сравнится восхищением, как две сольются в нас души. Представь в уме сие блаженство и ускоряй его вкусить. Любовь лишь с божеством равенства нам может в жизни сей дарить». Сегодня эти стихи воспринимаются как неумелые и даже безграмотные, но таков был в то время литературный стиль, и современники воспринимали поэзию Державина как изысканную, оригинальную и полную красоты. Лично для меня уровень этих стихов и восторженное восприятие их современниками служат убедительным доказательством многовековой отсталости России от просвещенной Европы, где уже в XIII веке был Данте, в XIV – Петрарка, в XV – Франсуа Вийон, в XVI – Шекспир с его гениальными сонетами. Что уж говорить о современниках Державина, европейских поэтах, которые достигли необычайных тонкостей и высот в выражении чувств и мыслей, о которых российским поэтам приходилось только мечтать. Но Державин-то как раз и пытался достигнуть европейского уровня по мере силы таланта. Но он жил в отсталой феодальной стране, закрытой стране, с крепостническим строем, с архаической православной религией, которая низводила женщину до положения рабыни, которая утверждала домострой как форму семейных взаимоотношений. Поэтому в допетровской России не было театра как арены общественной жизни, не было литературы, кроме жития святых.
Не было живописи, кроме иконописи. Не было музыки, кроме церковных песнопений и народного фольклора. Не было периодической прессы, из которой общественность могла бы черпать знания об окружающей действительности. И вот на таком фоне рождались поэты Ломоносов, Сумароков, Тредиаковский. И среди них в 70-е годы XVIII века выделялся своим талантом Гаврила Романович Державин. Однако широкого признания Державину пришлось ждать 9 лет. Оно пришло к нему в 1782 году после опубликования оды «Послание к Фелиции», которая была посвящена государыне-императрице Екатерине II и в восторженных тонах воспевала ее особу. «Богоподобная царевна Киргизско-Сацкие Орды, которой мудрость несравненно открыла верные следы царевичу молодому Хлору взойти на ту высокую гору, где роза без шипов растет, где добродетель обитает, она мой дух и ум пленяет, подай найти ее совет». Понятно, что восхваление государыни в самодержавной России было воспринято восторженно подобострастной публикой. Но главным достоинством оды был остроумный оригинальный ход, который придумал Державин. Он сравнивал себя, поэта, гуляку праздного, бездельника, прожигателя жизни, с деятельной, неутомимой императрицей, которая день и ночь печется о благе своих подданных и при этом ведет скромный образ жизни. Не слишком любишь маскарады, а в клуб не ступишь и ногой. Храня обычаи и обряды, не донкишотствуешь собой. Коня парнаска не седлаешь, к духам в собрание не въезжаешь, не ходишь с трона на восток. Но кротости, ходя стезею, благотворящую душою, полезных дней проводишь ток. А я, проспавши до полудня, курю табак и кофе пью, преобращаю в праздник будни, кружу в химерах мысль мою. То плен от персов похищаю, то стрелы к туркам обращаю, то, возмечтав, что я султан, вселенную устрашаю взглядом, то вдруг, прельщаясь нарядом, скачу к портному по кафтан. Помимо тонкой лести по отношению к императрице, здесь содержалась бездна юмора в насмешке над собой, что, конечно, смешило императрицу и доставляло ей особое удовольствие. А вместе с Екатериной смеялась вся верноподданная Россия и восхищалась Державиным. Сама Екатерина II, пригласив поэта на аудиенцию, сделала ему такой комплимент. «Я не знала по сие время, что труба ваша столь же громка, сколь лира приятна». А помимо этих слов, она подарила Державину золотую табакерку, инкрустированную бриллиантами, и 500 золотых монет. С этого момента карьера Державина как государственного деятеля резко пошла в гору. Началось это с того, что в 1863 году, с самого момента создания княгини Дашковой Императорской Российской Академии Наук, он стал ее членом. И вместе с фон Визиным и другими авторами участвовал в составлении и издании первого толкового русского словаря, что было важнейшим событием для российской культуры. В мае 1784 года Державин указом императрицы был назначен правителем Аланецкого наместничества, то есть, по существу, стал хозяином Карелии. Прибыв в главный город Петрозаводск, он организовал там административные, судебные, финансовые учреждения, открыл больницу, аптеку, Аланецкое народное училище. Занимаясь составлением карт Карелии и уточнением русско-шведской границы, он на лошадях и лодках объездил всю Карелию, совершив в общей сложности более 2000 километров, и подробнейшим образом описал все это в своих записках. Карелия стала его второй родиной и темой для его произведений. Он описал ее в стихотворениях, таких как «Лебедь», «Буря» или «Водопад». «Седая пена по брегам лежит буграми в дебрях темных, стук слышен блатов по ветрам, виск пил и стон мехов подъемных. О, водопад! В твоем жерле все утопает в бездне, в мгле. Ветрами ль сосны пораженны ломаются в тебе в куски. Громами ль камни отторженно стираются тобой в пески. Сковать ли воду льды дерзают, как пыль стеклянно не спадают». Мощно и очень красиво. За выдающиеся заслуги Державин был назначен кабинет-секретарем Екатерины II. Он никогда так близко не приближался к особе императрицы. И другой на его месте использовал бы это положение и неимоверно обогатился бы, оказывая множество услуг заинтересованным лицам и беря за это мзду, как это делают сегодняшние чиновники-коррупционеры в России. Но не таков был Державин. Он был человеком чести. И интересы дела и государства ставил превыше своих собственных. При этом он был горяч и не всегда умел сдерживать эмоции. Известен такой анекдотический случай, когда, доказывая императрице свою правоту, он начал размахивать руками, и тогда она сказала: «Помилуйте, Гаврила Романович, успокойтесь, отойдите от меня, а то вы меня сейчас ненароком ударите».
Державина не любили при дворе, потому что его прямота и честность не вписывались в атмосферу лести и интриг, которые царили не только при дворе Екатерины, но и во всех дворах Европы. А он отвечал на это своими стихами, которые мгновенно расходились в обществе. Например, такое. «Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами. Где нужно действовать умом, он только хлопает ушами». А в другом стихотворении он прямо высказывал свои требования к современным чиновникам. Они удивительно подходят к современным нашим чиновникам, которые сегодня начальствуют в России. «Вельможу должны составлять ум здравый, сердце просвещенно. Собой пример он должен дать, что звание его священно, что он орудие власти есть, подпора царственного здания. Вся мысль его, слова, деяния должны быть польза, слава, честь». Вероятно, из-за свойства его характера, из-за подобных стихов, Державин в 1793 году был переведен в сенаторы. При Павле I, который ценил честность Державина, он исполнял должности правителя канцелярии сената и государственного казначея. А при Александре I в течение года был министром юстиции. Потом ушел в отставку. Державин был женат дважды. Его первая жена, красавица Екатерина Бастидон, умерла в 34 года от чахотки. Он женился во второй раз на 28-летней Дарье Дьяковой. Любопытно, что две сестры Дьяковой были замужем за известными поэтами Василием Капнистом и Николаем Львовым, который к тому же был еще архитектором. Таким образом, образовалось своеобразное литературное трио из родственников поэтов. Ни в первом, ни во втором браке у Державина не было детей. И как бы компенсируя свою бездетность, он и его жена стали приемными родителями для целой кучи детей-сирот, оставшихся от рано ушедших друзей и родственников. В доме Державина воспитывались четверо детей покойного сенатора Лазарева, большого друга Державина, и трое племянниц его жены Дьяковой. По указу Павла I все мальчики были зачислены в морской кадетский корпус, а девочки – в смольный пансион для благородных девиц. После своей отставки и до конца жизни, то есть в течение 13 лет, Державин жил попеременно в своем особняке в Петербурге на Фонтанке и в имении Званка в Новгородской губернии. Он занялся подготовкой к изданию полного собрания своих сочинений. Переписал все тексты, отредактировал их, и лишь одно стихотворение оставил нетронутым – «Признание». К нему он написал лишь предисловие. Здесь содержится объяснение на все мои стихотворения. И начинается это стихотворение так. «Не умел я притворяться, на святого походить, важным саном надуваться и философа брать вид. Я любил чистосердечие, думал нравиться лишь им. Ум и сердце человечье были гением моим». А в 1815 году, за год до своей смерти, Державин был приглашен стать председателем экзаменационной комиссии в Царскосельском лицее. И впервые услышал там стихи Пушкина в исполнении юного автора. Был этим до глубины души растроган. Сам Пушкин вспоминал об этом в «Евгении Онегине» в известных всем строках. «Старик Державин нас заметил и в гроб всходя благословил». А режиссер Абрам Народицкий, который снял фильм «Юность поэта» в 1937 году, представлял себе эту сцену таким образом. О, скальд России вдохновенный, воспевший ратных грозный строй, в кругу друзей твоих с душой воспламененной, сгреми на арфе золотой, да снова стройный глаз герою в честь прольется, и струны трепетные посыплют огнем в сердца, и ратник молодой вскипит и содрогнет при звуках бранного певца. Музыка ты! А! Каково! Спасибо! Спасибо, голубчик! Слышали, господа? Поэт! Теперь и умереть можно. Вот вам второй Державин. Последние дни
Державин провел в своем новгородском имении Званка. В один из вечеров он почувствовал недомогание. По уговорам жены и племянницы наутро собирался ехать в Петербург к доктору, но до утра не дожил. Он скончался 20 июня 1816 года и в Петербург отправился уже в гробу. Был там похоронен. К сожалению, сегодня мы не можем в полной мере оценить вклад Державина в русскую поэзию, в русскую словесность. И всему виной Александр Сергеевич Пушкин, который более чем кто-нибудь из других поэтов стал преобразователем прежнего русского языка, подчинив его во многом правилам французского языка. Ведь он так же виртуозно владел французским, как и русским. Не случайно его в лицее называли француз. В результате изменилось прежде всего русское предложение, взаимоотношения между подлежащим, сказуемым и второстепенными членами. Но от этого язык Пушкина стал гораздо более подвижным, легким, понятным. Сегодня мы воспринимаем его как современный язык, в отличие от тяжеловесного языка Державина. Однако среди литературоведов есть патриоты-славянофилы, которые прямо обвиняют Пушкина в том, что он изуродовал русский язык, лишив его высокого слога, торжественности, степенности. Это их право так думать. Однако то, что мы сегодня разговариваем на языке Пушкина, а не Державина, доказывает его большую живучесть и совершенность. А что касается Гаврила Романовича Державина, то он стал ярчайшим памятником своего времени. Когда я слышу его стихи, передо мной возникает образ XVIII века с его чувствами, стремлениями, идеалами, его людьми. А вот последнее стихотворение Державина, написанное незадолго до смерти, которое является итогом его размышлений о жизни, о своей судьбе, о будущем. «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общий не уйдет судьбы». Гаврила Романович оставил наследство жителям Петербурга свой дом-дворец на Фонтанке. Будучи мальчишкой, гуляя по Фонтанке, я с любопытством вглядывался в этот огромный желтый особняк. Двор перед домом защищала железная решетка на запоре. Людей там никогда не было видно. Дом был заброшен. Он хранил в себе тайну далеких времен. И мне очень хотелось проникнуть внутрь дома, чтобы посмотреть, что там. Однако моя детская мечта в то время осталась неосуществленной. В 2003 году, в канун празднования 300-летия Петербурга, было объявлено об открытии дома-музея Державина на Фонтанке 118. И мы с женой отправились туда, чтобы удовлетворить мою детскую мечту. Было отремонтировано центральное здание. И, гуляя по анфиладам комнат, вглядываясь в обшивку стен, в мебель, в картины, мы погружались в атмосферу жизни старинного писателя и его домочадцев. И когда я узнал от женщины-экскурсовода, что подлинных знаний об интерьерах дома Державина не сохранилось, а они сделаны по аналогии с интерьерами того времени, я был очень разочарован. Вместо конкретной жизни Державина мне показывают нечто из общих соображений. Однако, не имея гербовой, как говорится, пишут на простой, пришлось удовлетвориться и этим. Во второй раз я побывал в усадьбе Державина через 4 года, в 2007, когда искал интерьер для съемок своего нового фильма. В этот момент были уже отремонтированы правое и левое крыло здания и польский сад за домом. Восстановлена каменная беседка, мостик, дорожки. Короче, реставрация была завершена. Каково же было мое удивление, когда осенью 2011 года было объявлено, что состоялось торжественное открытие дома-усадьбы Державина в Санкт-Петербурге в присутствии московской и петербургской общественности. Я недоумевал, как можно открыть то, что уже открыто. Мое недоумение разрешилось благодаря случаю. Будучи членом жюри конкурса и премии «Петрополь», которая ежегодно вручалась деятелям культуры и искусства в залах музея дома Пушкина на Мойке 12, я в очередной раз в июне 2012 года приехал туда и стал ожидать начала церемонии. В ожидании разговорился с давними своими знакомыми, сотрудниками Пушкинского дома. И они рассказали мне историю вторичного открытия дома Державина. В начале 2010 года в Пушкинский дом в Петербурге раздался звонок из Москвы из Министерства культуры. Разговор состоялся примерно такой. «У нас есть деньги, мы хотим срочно заняться реставрацией усадьбы Державина, которая находится в ведении вашего Пушкинского дома», – сказал представитель министерства. «Какая реставрация? Ведь она завершена уже 3 года назад», – сказала сотрудница музея. «Какая жалость!» – воскликнул мужчина. «Деньги пропадают. Но, может быть, осталось хоть что-нибудь недоделанное?»
Да нет, вроде все доделано. Разве что кухню побелить, да деревья посадить в саду. Отлично, воскликнул мужчина. Пишите заявку, только конкретно не указывайте там деревья, кухня. Напишите, необходимо завершить реставрацию. И вам, вашему дому, тоже что-то перепадет. Только срочно подавайте заявку. На этом разговор был окончен. А меньше чем через год все петербургские СМИ объявили. 16 сентября 2011 года, после завершения всех работ по реконструкции и реставрации, состоится торжественное открытие музея-усадьбы Державина, Санкт-Петербург, набережная Фонтанки, 118. Впервые можно будет увидеть полностью возрожденную городскую усадьбу поэта и сад. В программе с 14.30 до 15.00 встреча гостей в центральном дворе у памятника бюста Державина. Переход в центральный корпус, в зал беседы любителей русского слова, осмотр интерьеров. 15 часов. Начало торжественной церемонии. Приветственные слова почетных гостей, представителей Министерства культуры Российской Федерации, администрации Санкт-Петербурга, администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Выход из соломенной гостиной в сад. Посадка прикамских дубов, доставленных с родины Державина, татарской национальной культурной автономии Санкт-Петербурга. Прогулка по саду, костюмированное действо, чтение стихотворения Державина, выступление Адмиралтейского оркестра, главного хора «Гардемарин», музыкальная программа. Это наглядный пример того, как вытаскиваются деньги из государственной казны и присваиваются. Причем очень немалые деньги. Хочу добавить, что на церемонии открытия присутствовал высокий гость из Москвы, премьер-министр Дмитрий Медведев. А представлял гостям все результаты длительной реставрации Владимир Мединский, тогда председатель Думского комитета по культуре, а через полгода назначенный министром культуры Российской Федерации. «Вот как надо делать деньги, Юрий Борисович, учитесь», – сказал мне представитель Пушкинского дома. Увы, я не научился так жить и работать. Вероятно, меня неправильно воспитала моя мама, мои учителя, книги, которые я читал, фильмы, которые я смотрел. Вместо этого во мне возникло стойкое презрение и брезгливость по отношению к ворам, мошенникам и прохиндеям. Но как раз они-то и процветают в сегодняшней России. И мы должны знать и помнить все их проделки для того, чтобы этим господам предъявить счет за их аферы и преступления, когда настанет время расплаты. А оно непременно настанет. Июля 1895 года в Мюнхене родился Карл Орф. Немецкий композитор и музыкальный педагог, который прославился своими произведениями для музыкального театра. Но всемирную известность ему принесла сценическая кантата «Кармина Бурана». Когда я учился на актерско-режиссерском курсе театрального института, один мой сокурсник, будущий актер Виктор Зименков, пришел на занятие с горящими глазами и обратился к профессору и ко всему курсу. «Вы слышали когда-нибудь музыку под названием «Бюронские песни»?» – спросил он. «Нет», – сказал Леонид Федорович Макарьев, – «не слышал». И никто из нас не слышал. «Это потрясающая музыка. Ее должны слышать все, кто занимается искусством», – воскликнул Зименков. «Я услышал ее у знакомых на долгоиграющей пластинке, привезенной из Европы. Это нечто потрясающее». Я не помню, назвал ли он фамилию автора, но я запомнил название «Бюронские песни». И спрашивал у всех знакомых музыкантов, что это такое. Никто не мог мне дать вразумительный ответ по этому поводу. А лет через 10 я нашел в музыкальном магазине пластинку с неизвестным мне композитором. Карл Орф, кантата для хора и оркестра «Кармина Бурана». Я принес ее домой и, прежде чем прослушать, заглянул в музыкальную энциклопедию и узнал, что у этой кантаты есть и другие названия. Песни Байерна и в другой транскрипции песни Бюрона. Так вот они, бюронские песни, которыми так восхищался Витя Зименков. И я стал слушать эту музыку, которая произвела на меня сильное впечатление. We'll be right back.
Прежде чем более подробно говорить о кантате Кармина Бурана, я расскажу про ее создателя. Дед Карла Орфа был крещенным евреем, остальные в семье были баварцами. Отец был офицером и музыкантом-любителем, играл на рояле и скрипке. Мать – пианистка-любительница, она рано заметила у сына его способности к музыке, стала обучать, и уже к 9 годам Карл Орф сочинял музыку для своего кукольного театра. С 17 до 19 лет он учился в Мюнхенской музыкальной академии, а в 21 год был приглашен капельмейстером, то есть музыкальным руководителем, в Мюнхенский камерный театр. Потом он воевал во время Первой мировой войны, а в 1918 году был приглашен в театр, оперный театр города Мангейма, капельмейстером под начало выдающегося дирижера Вильгельма Фуртвенглера. В 1923 году Карл Орф познакомился с Доротеей Гюнтер и вместе с ней создал школу гимнастики, музыки и танца Гюнтер Шулли, которая стала знаменита в Германии. Он проработал в этой школе до конца жизни. Постоянно общаясь с детьми, он создал свою оригинальную теорию музыкального воспитания детей, которая используется во многих музыкальных школах мира. Другом Карла Орфа был гауляйтер Вены, один из руководителей движения Гитлерюгенд, Бальдур фон Ширах. А другим его другом был как раз участник сопротивления, оппозиционер Гитлера Курт Хубер, который был схвачен немецкими властями и расстрелян после неудачного покушения на Гитлера. Именно это обстоятельство позволило после войны Карлу Орфу утверждать, что он тоже был участником сопротивления, хотя кроме его слов ничто это не подтверждало. Зато он отличился другими своими поступками. Когда нацисты во главе с Геббельсом объявили или попросили музыкантов сочинить новую музыку комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» взамен старой музыки еврея Мендельсона, никто не откликнулся, кроме Карла Орфа. А он взялся за это неблагородное дело. Он не был светлым человеком, вероятно, как и Рихард Вагнер, и Кнут Гамсун, и другие деятели искусства, разделявшие идею национальной нетерпимости. Но американцы поверили ему и отпустили, в то время как соотечественники не простили его хамелеонства до конца жизни. А жизнь он прожил долгую, до 86 лет, и умер в своем родном городе Мюнхене. Но мы ценим его за музыку. И возвращаемся к разговору о кантате Кармина Бурана. Премьера кантаты состоялась во Франкфурте в 1937 году, и музыкальная критика разделилась на два лагеря. Одни считали эту музыку дегенеративной, другие во главе с Геббельсом считали, что это истинно немецкая музыка. Во всяком случае, в нацистской Германии Кармина Бурана пользовалась большой популярностью. Сам автор считал ее праздником человеческого духа, в котором соединилось плотское и вселенское начало. Кантата была написана на стихи средневековых поэтов из сборника Кармина Бурана, найденного в Баварском Бенедиктинском монастыре. Сборник был написан на древнегерманском и латинском языках. На эти тексты как раз и сочинена музыка Карла Орфа. Она сочетает в себе простые гармонии средневековья с элементами модерна и разнообразными заразительными ритмами. Производит с первого же раза сильное впечатление и потом легко запоминается и узнается при повторном прослушивании. Thank you.
Тем, кто впервые слышит эту музыку, я рекомендую найти кантату Кармина Бурана Карла Орфа на YouTube и прослушать ее целиком. Уверен, что на многих она произведет впечатление, потому что в ней есть оригинальность, своеобразная красота, то есть это талантливо. Июля 1606 года в нидерландском городе Лейдене родился Рембрандт Харманс ван Рейн, голландский художник, гравер, представитель золотого века голландской живописи, который в своих произведениях выразил весь спектр человеческих отношений с такой силой и глубиной, какой до него не знало изобразительное искусство. О жизни Рембрандта я узнал, когда мне было лет 10-11. Я прочитал книгу голландского писателя Тейна де Фриса «Рембрандт». Она меня захватила, и вместе с автором я пережил мгновение триумфа художника, полосу невзгод и испытаний, которые выпали на долю Рембрандта. Мне стали по-человечески близки обе его жены, и Саски, рано ушедшая, и сменившие ее Хендрики, его сын Титус, его ученики, его друзья. А вот враги Рембрандта стали моими врагами, и среди них я обнаружил знакомых мне художников, например, Якоба Рейсдаля, который мне раньше нравился. Но когда я узнал из книги, что он радовался невзгодам Рембрандта, подзуживал знакомых делать ему всякие гадости, я перестал останавливаться у его пейзажей. Зато в картины Рембрандта я стал вглядываться подолгу, особенно в знакомые мне лица. Но и невзнакомые тоже. Мне кажется, что именно с этого времени я начал постепенно постигать, в чем гениальность Рембрандта. И постигаю это до сих пор. Но своими соображениями я поделюсь с вами позже. А сейчас коротко расскажу о жизни и творчестве художника. Рембрандт родился в многодетной семье у состоятельного владельца лейденской мельницы Харманса ван Рейна. Он обучался в гимназии при университете, но наибольший интерес проявил к живописи. И с 13 лет его отдали в обучение к лейденскому историческому художнику Якобу ван Сваненбюрху. Об этом периоде мало что известно, потому что не сохранилось ни одной картины юного Рембрандта. Зато с 17 лет, когда он поступил в обучение к амстердамскому известному художнику Питеру Ластману, который стажировался в Италии, этот период уже гораздо более известен, картины сохранились, и видно влияние его учителя, художника Ластмана. А поскольку Ластман был поклонником Караваджо, то и Рембрандт в некоторой степени стал караваджистом. Его картины этого периода отличаются яркой красочностью. Он стремится выписать каждую деталь, как можно достовернее передать экзотическую обстановку библейской истории. Почти все герои предстают перед зрителем в причудливых восточных нарядах и блистают драгоценностями, что создает ощущение праздничности и эффектности. Когда Рембрандту исполнился 21 год, он вернулся в родной Лейден и вместе со своим другом, художником Яном Ливенсом, открыл собственную мастерскую, объявив набор учеников. За несколько лет он стал широко известен в городе. Изменился характер и качество его картин. Теперь помимо фантазии художника, оригинальности композиции, можно было увидеть выразительность в передаче чувств персонажей. Рембрандт придавал большое значение насыщенности светотени. Это создавало особую атмосферу его картин. Вот это называется художник в своей мастерской. Принято считать, что здесь изображен сам Рембрандт в момент, когда он рассматривает свое произведение. Оригинальная композиция картины. Холст вынесен на первый план, и в сравнении с ним фигура художника кажется просто миниатюрной. В то время лучшим художником Европы считался Рубенс, и вступать с ним в творческое соревнование было делом бесполезным. Не случайно его лучший ученик Ван Дейк вынужден был уехать в Англию, и только там смог осуществить художественную карьеру. Но Рембрандту повезло. Его и его друга Ливенса заметил знаток искусства Константин Гюйгенс, поэт, меценат, но главное – секретарь главы Нидерландов, принца Вильгельма Оранского. В одном из писем он называл Рембрандта и Ливенса
самыми многообещающими молодыми художниками Европы. А картину Рембрандта «Иуда, возвращающий 30 серебряников» сравнивал с самыми выдающимися шедеврами. В 1631 году 25-летний Рембрандт покидает Лейден и отправляется жить в Амстердам. Он обретает здесь обширную, богатую клиентуру, выполняет много заказов, но не забывает об экспериментировании. Много экспериментирует с подвижной мимикой лица, выполняя десятки и сотни эскизов и набросков мужских, женских голов, придавая им самые различные выражения – от радости до отчаяния, от гнева до испуга. И достигает в этом такого мастерства, что поражает современников. Вдохновленный многофигурными композициями Рубенса, Рембрандт пишет два парных полотна. «Воздвижение креста» и «Снятие с креста». После этого все заговорили о том, что Рембрандт в мастерстве не уступает знаменитому Рубенсу. Молва о Рембрандте как незаурядном мастере стала распространяться по стране, особенно после завершения группового портрета амстердамских хирургов, который называется «Урок доктора Тульпа». Здесь Рембрандт спорит с общепринятой композицией такого рода портретов. Обычно участников выстраивали в параллельные линии, лицом к зрителю, а Рембрандт выстроил их в пирамидальную композицию, лицом к центру, объединив всех участников, придав каждому лицу индивидуальность, обогатив их своеобразной индивидуальной мимикой. Умелое использование светотени создавало особый драматизм картины. Это стало результатом многочисленных экспериментов художника и свидетельствовало о достижении Рембрандтом творческой зрелости. Первые годы в Амстердаме стали самыми счастливыми в жизни Рембрандта. Заключенный в 1634 году брак с Саскией ван Эйлендурх, дочерью бургомистра, открыли перед Рембрандтом двери особняков самых богатых бюргеров. Заказы сыпались один за другим. А Саския, жена Рембрандта, стала самой знаменитой женщиной в истории живописи. Ее изображение известно каждому, как и имя ее великого мужа. Это похищение Европы. А это так называемый кассельский портрет. Это она в виде флоры. А это знаменитая Даная, излучающая свет, которая поражала зрителей на протяжении 4 столетий, пока один безумный негодяй не выплеснул на нее литр серной кислоты и уничтожил творение Рембрандта. Раньше я каждый раз, бывая в Эрмитаже, останавливался около Данаи, чтобы поздороваться с любимой женщиной Рембрандта. А теперь, после реставрации, увидев, во что она превратилась, я понял, что картина безвозвратно потеряна. Слабым утешением служит то обстоятельство, что до катастрофы с нее были сделаны факсимильные репродукции, передающие в тонкостях живопись Рембрандта. Они не передают ауры подлинника художника. Именно из-за этого мы ходим в музеи. Аура воздействует на нас. Поэтому в музее, как в церкви, создается особая атмосфера покоя и торжественности. Но Данаи больше нет. Благодаря своей известности, Рембрандт, проживая в Амстердаме, стал не просто состоятельным, но весьма богатым человеком. Он купил большой особняк и заполнил его произведениями искусства. Здесь были и картины известных мастеров, античная скульптура, дорогие ткани, старинная одежда, оружие и даже музыкальные инструменты. Для того, чтобы увидеть шедевры итальянских мастеров, Рембрандту не надо было покидать Амстердам. Амстердам был центром европейской торговли. И его рынок был заполнен всякой всячиной. Здесь можно было увидеть картины Тициана, Рафаэля. И Рембрандт скупал все, что ему попадалось на глаза, что вызывало его любопытство и интерес. Даже старинные манускрипты и рукописи. Он не был, в отличие от Рубенса и Дюрера, высокообразованным человеком. Он не знал древних языков. И когда его спрашивали, зачем он покупает, тратит деньги на рукописи, которых не может прочесть, Рембрандт отвечал: «Я кладу их себе на лоб, закрываю глаза и понимаю все, о чем там сказано». И это была не просто шутка. Для Рембрандта эти рукописи и манускрипты были предметом модальности, по выражению Джойса. То есть они вызывали у него импульс к фантазии, к воображению. И перед внутренним взором художника возникали картины древней жизни, древней истории, которые до сих пор поражают наше воображение оригинальным взглядом на них художника. Любил Рембрандт писать и малоразработанные сюжеты из Библии, такие как «Пир Валтасара», который производил сильное впечатление на современников неподдельным ужасом на лицах персонажей и драматическим освещением всей сцены.
Не менее сильное впечатление производила и картина «Жертвоприношение Авраама», которую я многократно рассматривал в зале Эрмитажа. Меня всегда поражала жестокость бородатого Авраама, который собирается зарезать связанного юношу с хладнокровием мясника, откинув его голову крепкой рукой и обнажив шею для удара ножом. На его лице нет ни раскаяния, ни сомнения, только удивление от внезапного вмешательства ангела, который в последний момент удерживает его уверенную руку. В картине нет сентиментальной театральности. Это скорее суровое осуждение религиозного фанатика, который способен в угоду слепой вере, не рассуждая, принести в жертву собственного сына. Со своей женой Саскией Рембрандт прожил самые счастливые годы своей жизни. Омрачало их брак только то обстоятельство, что трое их детей умерли в младенчестве, что тогда было не редкостью. Однако через 7 лет, в 1641 году, родился сын Титус, который выжил. Рембрандт благодарил Бога за такой подарок судьбы. Однако радоваться ему пришлось недолго. Через год скоропостижно умерла Саския. Это был страшный удар для Рембрандта, и после него счастье так и не вернулось к нему, превратив его последующую жизнь в череду утрат и испытаний. В 1642 году, в год смерти Саскии, Рембрандт получает заказ на групповой портрет амстердамских мушкетеров для нового здания стрелкового общества. Мы эту работу знаем как знаменитую картину «Ночной дозор». Работая над этим 4-метровым холстом, самым масштабным в его живописи, Рембрандт стал спорить, как всегда, с принятыми традициями, в данном случае традициями группового портрета. А традиции эти заключались в том, что все участники должны быть поставлены в равные условия, должно быть передано их портретное сходство, и никто из них не должен быть ни выделен, ни умален, дабы никто не обиделся. Но Рембрандт наплевал на все эти традиции и условия и не стал выстраивать участников в групповой портрет, как это принято в массовой фотографии. А словно фотограф, воспользовавшись камерой блиц, зафиксировал момент, когда участники только собирались сойтись и принять оговоренные позы. В результате некоторые из них оказались на первом плане, другие на заднем, одни высвеченные, другие в тени, одни лицом к зрителю, другие в профиль. Конечно, мушкетеры были недовольны своим коллективным портретом. Многие из них были уязвлены недооценкой своей личности. Этим амстердамским воякам было невдомек, что, создавая их коллективный портрет, Рембрандт сумел создать образ защитников героического нидерландского народа, который недавно совершил славную революцию, освободившись от испанского владычества. Им было невдомек, что картина поражает именно моментом движения, свежестью, непосредственностью. Поражает контрастом света и тени, поражает мастерством живописи, который станет школой для обучения живописцев XIX века, реалистов и импрессионистов. Но в тот момент, когда Рембрандт предлагал свою работу амстердамским мушкетерам, они не могли этого понять и отказались приобретать картину. Считается, что именно негативное восприятие «Ночного дозора» повлияло на охлаждение публики к Рембрандту. Оно стало началом угасания его славы и привело в конечном счете к обнищанию художника. После «Ночного дозора» мастерская Рембрандта почти опустела. Его прежние ученики, заимствовав какую-нибудь одну черту из творчества Рембрандта, стали более востребованными и успешными художниками. Таков, например, Говард Флинк, который заимствовал у Рембрандта бравурность некоторых его работ. Или Герард Доу, который подражал контрастности раннего Рембрандта. Или Фабрициус, который стал знаменитым художником у себя в родном городе Делфте. Что касается самого Рембрандта, то его неуемная фантазия и решительность заставляли его искать пути для того, чтобы вернуть себе популярность. Иногда он предпринимал попытки довольно авантюрные. Одну из таких авантюр, дошедшую до нас в исторических байках, мы экранизировали в своей телевизионной программе «Хамелеон». Предлагаю ее вашему вниманию. В октябре 1665 года было объявлено о кончине великого голландского живописца Рембрандта Харманса ван Рейна. Его вдова объявила о распродаже картин покойного художника, и в дом Рембрандтов набежала целая толпа скупщиков произведений живописи. Они спешили приобрести творения великого мастера и предлагали за них самые высокие цены. Их интересовали не только живописные холсты, но и рисунки, афорты, эскизы и даже незавершенные наброски. Скупщики облазили все закутки дома, очистив их от всевозможных следов творчества художника. В несколько дней были раскуплены все творения мастера, а вместо них у вдовы художника осталась весьма значительная сумма. И тут вдруг объявился сам покойный художник. Оказывается, он и не думал умирать, а просто они с супругой придумали этот трюк, чтобы поправить свое тяжелое материальное положение. В
В конце 1640-х годов Рембрандт сходится со своей молодой служанкой Хендрике Стоффельс. И она начинает появляться на его картинах. Флора. Купающаяся женщина. Хендрике у окна. В 1654 году Хендрике рождает ему дочку Корнелию. И приходский совет осуждает ее за греховное сожительство. Но Рембрандту наплевать на мнение толпы. Он продолжает жить с Хендрике в гражданском браке, продолжает работать. И среди библейских сюжетов его более всего привлекают сцены семейной жизни. Святое семейство. Поклонение пастухов. Отдых на пути в Египет. Другой вариант святого семейства. Все эти работы согреты теплым чувством родственной близости, любви. Светотень в них достигает неожиданного прежде богатства оттенков. Колорит здесь особенно теплый, с преобладанием золотисто-коричневых тонов. Я не сказал еще о другой стороне творчества Рембрандта, об афорте. Афорт – это гравюра на мете, и в то время он ценился не ниже, чем масляная живопись, станковая. Ведь гравюры можно тиражировать, и многие могли приобрести их для своего дома, в отличие от картины маслом. Но и в этом виде Рембрандт был непревзойденный мастер. Он разработал собственную игру света и тени и освоил пейзаж, очень редко встречаемый в этом формате. В 50-е годы, в связи с материальными трудностями, Рембрандт передает все свое имущество сыну Титусу и объявляет о своем банкротстве. После продажи дома он переселяется на окраину Амстердама в еврейский квартал. И если материальная сторона жизни Рембрандта неуклонно скудеет, его творческая сторона обретает новые черты. Здесь он создает знаменитые портреты нидерландских стариков-евреев. С этих портретов на нас смотрит сама мудрость, ставшая результатом долгой мучительной жизни. Эти старики теперь знают о жизни все, но не могут нам передать это с картины. Однако мы чувствуем эту энергию, и стоять возле этих портретов можно долго-долго. В последние годы самым близким человеком для Рембрандта был его сын Титус. Он написал множество его портретов. На одних он выглядит как принц из волшебной сказки, на других – как сотканный из лучей ангел. Все они проникнуты глубокой отцовской любовью. Эпидемия чумы 1668 года унесла жизни многих амстердамцев, в том числе и жизнь Титуса. Это стало страшным последним ударом для Рембрандта, 62-летнего художника. Он не перенес этой утраты и умер менее чем через год, оставив незавершенной картину «Возвращение блудного сына». Эта картина висит в Эрмитаже. Возле нее невозможно не остановиться. Такая заключена в ней сила, человечность, драматизм и выразительный способ. А изображен один лишь момент, который отражает глубокую драму отца и сына. Сына, который прошел длинный путь от легкомыслия и беспутства до полного уничижения и отчаяния. Который возвратился домой нищим бродягой, но для любящего отца он всегда дорог и желанен в любом виде. Эта картина всегда производила на меня впечатление потрясшего меня фильма или спектакля. А здесь всего лишь один момент. Какой силой духа, силой чувств и ума должен был обладать художник, ее создавший? Каждое имя великого художника, будь то Леонардо, Рафаэль, Рубенс или Веласкес, вызывает у меня внутренний пиетет и как бы мысленное преклонение перед великим мастером. Но имя Рембрандта вызывает особое чувство. Примерно такое в музыке вызывает у меня Йоганн Себастьян Бах. Попробую его сформулировать. Гениальность, соединенная с глубокой человечностью и с Богом в душе.
15 июля 1893 года в грузинском городе Багдаде Кутаисской губернии родился Владимир Маяковский, один из наиболее значимых поэтов XX века, совершивший революцию в русской поэзии, какой не наблюдалось со времен Пушкина. Моя первая половина жизни прошла в атмосфере поклонения Маяковскому как главному поэту советской эпохи. Его стихи стали лозунгами. Его поэмы «Хорошо», «Владимир Ильич Ленин», «Стихи о советском паспорте» учились наизусть всеми школьниками страны, если они хотели получить хорошую отметку. А мне нравились его стихи своей ловкостью в жонглировании фразами и словами. Я воспринимал его поэзию как веселую игру, которая поднимала мне настроение. А когда прочитал произведения, не входящие в школьную программу, такие как поэма «Облако в штанах» или «Флейта позвоночник», то полюбил Маяковского еще больше. В постперестроечное время, когда Маяковского и Горького выбросили из пантеона великих авторов и перестали о них вспоминать, мое отношение к Маяковскому не изменилось. Хотя я и узнал, что он служил дьяволу, сам того не понимая. А когда понял, то не смог больше существовать и покончил с жизнью в том возрасте, что и Пушкин, в 37 лет. Но как бы ни менялась политическая конъюнктура, Маяковский остается гениальным поэтом, и мы сегодня будем говорить о его жизни и творчестве. Про себя Владимир Маяковский рассказывал так. «Я родился в 1893-м на Кавказе. Отец был казак, мать украинка, первый язык грузинский, так сказать, между тремя культурами. Это было сказано в 20-е годы в интервью «Пражской газете». В 1902-м девятилетний Маяковский поступил в гимназию в городе Кутаиси. Стихи он писал с детства, занимался этим постоянно. В 1906-м от заражения крови умер его отец, уколовшись ржавой иглой при шивании бумаг. И я помню из школьного учебника, что Маяковский ненавидел булавки, иголки, заколки и бактериофобию сохранил до конца жизни. В том же 1906-м Маяковский с матерью и сестрами перебрался жить в Москву. Поступил там в гимназию. Семья жила очень бедно. Поэтому в 1908-м 15-летнего Маяковского исключили из гимназии за неуплату за обучение. В Москве Маяковский познакомился с революционно настроенными студентами и стал увлекаться марксистской литературой. Вступил в социал-демократическую партию РСДРП и стал ее пропагандистом. Его несколько раз арестовывали, освобождали за недостатком улик, но в тюрьме он продолжал писать стихи и списал целую тетрадку. Но потом говорил о том, что получилось у него как-то ходульно и плаксиво. Вот одна из строф. В золото, в пурпур леса одевались, солнце играло на главах церквей, ждал я, но в месяцах дни потерялись сотни томительных дней. Действительно, ходульно, соглашусь с Маяковским. В 1911 году подруга Маяковского, богемная художница Евгения Ланг, вдохновила его заняться живописью, и он поступил в Московское училище живописи «Ваяние и зодчество». Там познакомился с Давидом Бурлюком, основателем группы футуристов «Гелея», вошел в круг этих поэтов, и вместе с ними, с Бурлюком, Василием Крученых, Велимиром Хлебниковым, они выпустили манифест «Пощечина общественному вкусу», в котором призывали сбросить писателей-классиков во главе с Пушкиным с парохода современности. А 30 ноября 1912 года Маяковский впервые публично выступал в артистическом подвале «Бродячая собака». Прочел там свое стихотворение «Ночь», которое представляло собой пример новой поэзии. Оно заканчивалось такой строфой. Я, чувствуя платье, зовущие лапы, в глаза им улыбку протиснул. Пугая, ударами в жесть хохотали арапы, над лбом расцветивши крыло попугая. Я не знаю, как воспринимался этот поэтический набор посетителями «Бродячей собаки», но мне на ум сразу пришли строки из «Блоковской незнакомки», в которых также выражается наркотическое состояние поэта, но они написаны были на 6 лет раньше. И перья страуса склоненные в моем качаются мозгу, и очи синие бездонные цветут на дальнем берегу. Мало того, что это написано раньше, это еще и сильнее и талантливее. То есть я хочу сказать, что это еще не тот Маяковский, который совершил революцию в поэзии. Это произошло годом позже, в 1913-м, когда 20-летний поэт сочинил трагедию «Владимир Маяковский». Не могу не перевести строки из этой стихотворной пьесы, которая восхищает меня своей новизной и парадоксальностью. Большому и грязному человеку подарили два поцелуя. Человек был неловкий, не знал, что с ними делать, куда их деть. Город весь в празднике произносил в соборах «Аллилуйя», люди выходили красивое надеть. А у человека было холодно, и в подошвах дырочек овальцы. Он выбрал поцелуй, который побольше, и надел, как калошу. Но мороз ходил злой, укусил его за пальцы. Что же рассердился человек? Я эти ненужные поцелуи брошу. Бросил,
И вдруг у поцелуя выросли ушки, он стал вертеться, тоненьким голосом крикнул «Мамочку!». Испугался человек, обернул лохмотьями души свое дрожащее тельце, понес домой, чтобы вставить в голубенькую рамочку. Долго рылся в пыли по чемоданам, оглянулся, поцелуй лежит на диване. Громадный, жирный, вырос, смеется, бесится. «Господи!» – заплакал человек, «никогда не думал, что я так устану, надо повеситься». И пока висел он, гадкий, жаленький, в будуарах женщины, фабрики без дыма и труб, миллионами выделывали поцелуи, всякие, большие, маленькие, мясистыми рычагами шлепающих губ. Эти стихи – демонстрации совершенно нового стиля, который отменяет все прежние принятые правила в поэзии. Так смело со словом до Маяковского еще никто не обращался. В феврале 1914-го Маяковского и Бурлюка исключили из художественного училища за скандальные публичные выступления. В это время Маяковский работал над поэмой «Облако в штанах», удивительному произведению, читать которое так же интересно, как слушать джазовые импровизации пианиста-виртуоза. Я раньше думал, книги делаются так. Пришел поэт, легко разжал уста и сразу запел вдохновенный простак «Пожалуйста». А оказывается, прежде чем начнет петься, долго ходит, разомлев от брожения, и тихо барахтается в тени сердца глупое вобло воображения. При начале Первой мировой войны Маяковский хотел записаться добровольцем, но его не приняли, объясняя это его политической неблагонадежностью. Ежедневно встречая людей, которых считали благонадежными, Маяковский возмущенно обратился к ним с горячим стихотворением «Вам». Я думаю, что эти стихи можно обратить к сегодняшним подстрекателям войны из Государственной Думы и к пропагандистам телевизионных каналов. Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванну и теплый клозет, как вам не стыдно о приставленных к Георгию вычитывать из столбцов газет? Знаете ли вы, бездарные многие, думающие нажраться лучше как? Может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова, поручика? Если б он, приведенный на убой, вдруг увидел израненный, как вы, измазанный в котлете губой, похотливо напиваете северянина. Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре бледям буду подавать ананасную воду. В июле 1915-го Маяковский познакомился с супругами Бриками, Лилей и Осипом. Осип печатал все его стихотворения в своем журнале, а Лиля стала его любовницей и музой. Это был довольно странный тройственный союз. Жили в одной квартире, вместе отдыхали, путешествовали, жили дружно. Конфликтов между ними никто не наблюдал. Впрочем, такие союзы встречались в России до этого. Вспомним хотя бы Некрасова с Авдотьей Панаевой и ее мужем Иваном Панаевым. Они тоже проживали в одной квартире на Литейном. Но Лиля Брик признавала в своих записках, что близкие взаимоотношения с Осипом у них прекратились в 1915-м по обоюдному согласию. Для них это было неважное. А вот что касается Маяковского, то этот большой, сильный человек очень зависел от перепадов настроения миниатюрной женщины Лили Брик, как вспоминали современники. Он даже признавался в этом в своей новой поэме «Люблю». Пришла, деловито, за рыком, за ростом взглянув, разглядела просто мальчика. Взяла, отобрала сердце и просто пошла играть, как девочка, мячиком. Она была сильная женщина, с сильным характером, и даже заставила Маяковского изменить свой имидж футуриста. Он бросил желтую кофту и оделся в смокинг и цилиндр. То есть она завладела его волей. Но справедливости ради надо сказать, что она была его и помощницей во всех делах. Даже вместе с ним рисовала плакаты, когда они сотрудничали в годы Гражданской войны в агентстве «Роста». И она была еще и режиссером немого кино и снимала сценарии Маяковского. Между тем пришел октябрь 1917-го. После Октябрьского переворота Маяковский и Мейерхольд, первыми из деятелей искусства, пришли к большевистским вождям и предложили свои услуги в качестве помощников советской власти для создания нового революционного искусства. Были встречены с восторгом, им доверили руководство культурой. Мейерхольд стал народным комиссаром по делам театров, а Маяковский, сочетающий в одном лице и художника, и поэта, занялся наглядной пропагандой и агитацией. Пошел на работу в телеграфное российское агентство, известное нам по аббревиатуре «Роста», и стал писать плакаты. Эти плакаты – новый формат, который создал Маяковский. Они яркие, образные, обращаются к полуграмотному или неграмотному населению, разъясняя им политику новой власти. И в карикатурном виде изображают ее врагов. После окончания Гражданской войны Маяковский продолжил заниматься пропагандой и агитацией.
Теперь он утверждал новые правила советской жизни, советского быта, и рекламировал советские продукты. К нему обращались промышленники, изготовители товаров, он выполнял их заказы. Делал это легко, озорно, но хлестко и грубовато, потому что понимал, на какую аудиторию они рассчитаны. Кто будет это читать? Товарищи Маяковского по литературному цеху, Борис Пастернак, Валентин Катаев, Михаил Светлов, отрицательно относились к этому занятию Маяковского и в своих статьях осуждали низкопробный промысел, который унижает звание поэта. В этом смысле они напоминают мне пушкинского Сальери, человека без юмора. Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародии бесчестит Алигьери. Лично я считаю, что рекламные слоганы Маяковского не только не уроняют его достоинства, но наоборот представляют нам этого человека как озорного, остроумного и очень находчивого. Вот, пожалуйста, несколько примеров. Реклама папирос. «Нами оставляются от старого мира только папиросы Ира». «Стой, не шагу мимо, бери папиросы Прима». «Леда, табак вкусный и легкий, даже бабочки не испортит легких». «Гражданин, не таись, ты любишь и куришь Таис». «Даже дети, расставшись с соскую, курят папиросу посольскую». Реклама журналов. «Беги со всех ног покупать огонек». «Только подписчики красного перца смеются от всего сердца». Реклама масла. «Не уговариваем, но предупреждаем вас. Голландское масло лучшее из масел. Для салатов, соусов и прочих ед лучшего масла не было и нет». Реклама какао. «Ребенок бледен, слаб и ревет, пока по утрам какао не пьет. От чашки какао бросает плач, цветет и растет и станет силач». Прочтя эту рекламу, невольно рассмеешься и запомнишь и стишок, и продукт. В год смерти Ленина, 1924, Маяковский сочинил поэму «Владимир Ильич Ленин» и читал ее со сцены Большого театра при полном зале. И поэма была встречена 20-минутными овациями. В зале среди членов правительства присутствовал Сталин, о его реакции ничего не известно. В 20-е годы Маяковский неоднократно ездил за рубеж, в капстраны. Руководители страны Советов использовали его как яркую и привлекательную фигуру для рекламирования нового советского государства и снижения враждебности по отношению к нему. Маяковский понимал, чего от него ждут, и честно исполнял свою миссию. А находясь в Советском Союзе, много путешествовал по стране с выступлениями, где читал свои стихи. Встречали его неоднозначно, бывали враждебно настроенные залы. Из зрительных рядов раздавались издевательские, иногда оскорбительные реплики. Но Маяковский, который сам был задирой и остроумцем, никогда не уклонялся от пикировки и отвечал хлесткими остроумными фразами, вызывая восторг зрительного зала. Известен случай, когда во время чтения его стихов несколько враждебно настроенных зрителей демонстративно встали и зашагали из зала. В ответ на это Маяковский обратился к залу. «Вот видите, как легко быть из ряда вон выходящими». И тем самым вызвал смех и аплодисменты, которыми провожали шагающих по проходу. Как драматург, Маяковский тоже был новатором. Мне в моей режиссерской практике не пришлось ставить пьесы Маяковского в театре, но я хорошо знал постановки Мирхольда, знаменитые спектакли «Мистерия Буф», «Баня и Клоп», которые стали событиями в жизни театральной Москвы. О них я не только читал, но мне в подробностях рассказывал об этих спектаклях мой старший коллега, ученик Мирхольда, режиссер Борис Филиппов, с которым мне довелось работать после окончания театрального института некоторое время в драматическом театре города Великие Луки. Сатирическая направленность пьес «Клоп» и в особенности «Баня», где Маяковский показал вырождение революционных идеалов в советском обществе, не нравилась партийному начальству и идеологам. И в конце 20-х советская критика официальная стала называть Маяковского скорее попутчиком, чем истинно пролетарским поэтом и писателем. К тому же в кругах литераторов распространялось мнение, что Маяковский списался, и ждать от него больше нечего. Взаимоотношения Маяковского с Лили Брик к середине 20-х перешли в деловые и дружеские. После этого у него было еще несколько любовных романов в Нью-Йорке, Париже, последний в Москве с актрисой Норой Полонской. Он познакомился с ней на съемках у Лили Брик. Нора была женой артиста Михаила Яншина, а тот, в свою очередь, был партнером Маяковского по бильярду вместе с писателем Михаилом Булгаковым. Маяковский считался очень сильным игроком, был чемпионом среди любителей Москвы. По воспоминаниям Норы Полонской, которые увидели свет в конце 80-х, она стала свидетельницей глубокой депрессии Маяковского, в которой он находился с начала 30-го года. Да и было отчего.
В январе 1930 года Маяковский организовал в Москве выставку, посвященную 20-летию своего творческого пути. На ней он собрал неимоверное количество материалов о своей деятельности до и после революции, представил строфы из своих стихов, плакаты, карикатуры, афиши фильмов, спектаклей, макеты декораций. Но никто из деятелей культуры, писателей, членов правительства не пришел на нее. Это было вызвано тем, как я полагаю, что на нее не пришел Сталин. И даже не собирался прийти. А вся московская элита была сориентирована именно на него. И именно его ожидал больше всего Маяковский на своем вернисаже. Пришел один лишь Анатолий Луначарский, нарком просвещения. И по воспоминаниям жены был очень неприятно удивлен подавленным состоянием Маяковского. Напомню, что в Советской России существовал и процветал культ вождя. И все помыслы народа и его элиты были сосредоточены на одном человеке – Иосифе Сталине. Сегодня мы видим примеры низкопоклонства и неимоверной лести в адрес Владимира Путина со стороны подкормленной элиты и оглупленной части населения. Но это лишь жалкое подобие того обожания и преклонения, которое испытывало советское общество перед обожествляемой фигурой Сталина. Советские деятели искусства и культуры ждали из уст Сталина похвалы, как манны небесной. А если ее не происходило, возникали казусы и трагедии. Так преждевременная смерть режиссера Сергея Эйзенштейна и композитора Сергея Прокофьева были во многом вызваны негативной оценкой Сталиным их последних произведений. Этим же была вызвана и депрессия Маяковского, которую наблюдали все, кто его видел в этот период. В конце апреля того же 30-го года в цирке на Цветном бульваре намечалось грандиозное представление «Москва горит» по пьесе Маяковского в постановке Мейерхольда. Генеральная репетиция должна была состояться 21 апреля. Но Маяковский не дожил до этого. Он застрелился 14 апреля. По воспоминаниям Норы Полонской это произошло так. 14 апреля с утра Маяковский привез ее в свою комнату в коммунальной квартире на Лубянке. К тому времени они встречались уже второй год. В то роковое утро у нее была назначена репетиция в театре режиссером Немировичем Данченко. Маяковский уговаривал ее остаться, не ехать. Нора не соглашалась. Он сказал, что если она уедет, он застрелится. Она не поверила ему, вышла из комнаты, но не успела дойти до парадной двери, как раздался выстрел. В испуге она ждала, пока соседи не ворвались в комнату. Тогда она вернулась туда и увидела, что Маяковский лежит на полу, и на груди у него небольшое красное пятно. Она бросилась к нему. «Что вы наделали?» Он пытался что-то сказать, но голова его упала, и он начал страшно бледнеть. Кто-то сказал, бегите, встречайте скорую. Она побежала, встретила. Когда возвратилась, кто-то сказал, поздно, умер. Так вспоминала Нора Полонская. Но ее воспоминания показались мне какими-то несуразными, неправдоподобными. Оба действующих лица ведут себя как-то нелепо. А самоубийство по такому ничтожному поводу и вовсе озадачивает. А недавно в газете «Аргументы и факты» я ознакомился с новой версией смерти Маяковского, которая кажется мне более убедительной. Она заключается в том, что Маяковского убил руководитель ОГПУ Яков Агранов, который проник в комнату Маяковского в его отсутствие, спрятался там, стал свидетелем свидания поэта с актрисой, а после ее ухода застрелил Маяковского и вновь спрятался. Потом он одним из первых оказался в комнате вместе с врачами и следователями. В пользу этой версии говорит то обстоятельство, что скульптор Луцкий, который делал посмертную маску Маяковского, обратил внимание на то, что лицо поэта сильно травмировано из-за удара об пол. Но судебные криминалисты знают, что если человек стреляет в грудь, то он непременно падает на спину. Другим подозрительным обстоятельством является то, что не было проведено посмертной экспертизы, и тело поэта, и его одежда были торопливо кремированы, и руководил процессом все тот же Яков Агранов. Сам он был расстрелян в 1938 в ходе процесса над Ежовым и чисткой в рядах НКВД. Возникает другой вопрос. Почему власти хотели избавиться от Маяковского? Да потому что последние пару лет он не скрывал своего разочарования от того, что на его глазах происходит с советским обществом. Будучи человеком горячим, неукротимым, он резко высказывался о власти и отдельных ее представителях. Кроме того, он хотел свое разочарование и возмущение выразить в новой поэме под названием «Плохо», которую писал в противовес прежней оптимистической поэме «Хорошо». Эту поэму «Черновики» были изъяты после смерти поэта и, вероятно, сегодня хранятся в тайных архивах КГБ. Хоть бы одним глазком взглянуть на эти рукописи.
Но самое главное, Маяковский собирался ехать в Париж к своей французской возлюбленной Татьяне Яковлевой. За пару дней до смерти посылал туда телеграмму. Вероятно, он хотел эмигрировать из Советской России. Этого было вполне достаточно для того, чтобы покончить с человеком. В сталинской России убивали и по гораздо меньшим поводам. Что касается воспоминаний Норы Полонской, то им нельзя верить ни на йоту. Она была сотрудницей ОГПУ. Как и ее подруга Лили Брик. У Лили Брик было удостоверение номер 15073, а у ее мужа Осипа Брика 50541. Так что Маяковский был окружен чекистами. Его смерть была запланирована и неизбежна. И тщательно обставлено. И только дураки в Советской России могли верить в самоубийство поэта. Но поскольку дураков всегда было подавляющее большинство, то эта версия чекистов прошла. Как проходит сегодня неуклюжее объяснение новых преступлений современных чекистов? Все эти устранения людей, будь то самоубийство Есенина, отравление Горького или наезд грузовика на Михоэлса, делались с ведома Сталина и по его прямому приказу. Ни один чекист не взял бы на себя такую инициативу. Инициатива вообще была наказуема и возникала только по приказу сверху. Смерть Маяковского и последовавшие за ней события ярко демонстрируют перед нами коварный нрав изощренного политикана Иосифа Сталина. Судя по всему, Сталин не любил Маяковского, его поэзию. В молодости он сам пописывал стихи, и его вкусы в поэзии были традиционно обывательскими, как, впрочем, и в отношении всех других видов искусства, что он неоднократно демонстрировал упрощенными суждениями. Живого Маяковского Сталин не любил, зато мертвый Маяковский стал ему полезен, и он мгновенно был поднят на неимоверную высоту. Он стал главным поэтом советской эпохи. Его строки стали священными, украсили фасады зданий всех советских городов, и весь советский народ заставили поклоняться его монументальному образу. Сегодня мы вновь видим в Маяковском не кумира, а человека с его страстями, слабостями, достижениями и ошибками. Но прежде всего мы видим в нем гениального поэта, который после Пушкина вновь обновил русский поэтический язык. Поскольку я выделил в русской поэзии Пушкина и Маяковского, хочу поделиться своими мыслями о том, что, по моему мнению, связывают эти две фигуры. В 1912 году 19-летний Маяковский вместе с другими футуристами стал автором манифеста «Пощечина общественному вкусу», в котором есть такие утверждения. «Только мы – лицо нашего времени. Рок времени трубит нами в словесном искусстве. Прошлое тесно. Академия и Пушкин – непонятнее иероглифов. Сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочее-прочее с парохода современности. Кто не забудет своей первой любви, тот не узнает последней». И интересно, кто же оказался последней любовью Маяковского в поэзии, кроме него самого, конечно. Об этом мы узнаем в стихотворении «Юбилейное». Приведу некоторые строки из него. Начинается оно с обращения. «Александр Сергеевич, разрешите представиться, Маяковский. Дайте руку, вот грудная клетка, слушайте, уже не стук, а стон. Тревожусь я о нем, щенка смиренном львенке». Я никогда не знал, что столько тысяч тонн в моей позорно-легкомыслой головенке. Далее есть строки, в которых я вижу попытку Маяковского оправдаться перед Пушкиным за манифест 12-го года. «Нами, лириков, штыки неоднократно атакованы. Ищем речи точной и ногой. Но поэзия, пресволочнейшая штуковина, существует и не в зуб ногой». Дальше, как мы помним, идет смешной пересказ письма Онегина к Татьяне. «Муза это ловко за язык вас тянет. Как это у вас, — говаривала Ольга?» «Да не Ольга, из письма Онегина к Татьяне. Дескать, муж у вас дурак и старый мерин. Я люблю вас, будьте обязательно моя. И я сейчас же утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я». Как самым близким человеком Маяковский делится с Пушкиным своими интимными переживаниями. Было всякое. И под окном стояние. Письма, тряски, нервное желе. Вот когда и горевать не в состоянии, это, Александр Сергеевич, много тяжелей. Выясняется, что Пушкин едва ли не самый близкий человек Маяковскому. Он об этом признается в следующих строках. «Вот пустили сплетню, тешат душу ею, Александр Сергеевич, да не слушайте же вы их. Может, я один действительно жалею, что сегодня нет у вас в живых. Мне при жизни с вами сговориться надо. Скоро вот и я умру, и буду нем. После смерти нам стоять почти что рядом. Вы на «П», а я на «М». С большим юмором Маяковский фантазирует, как они с Пушкиным могли бы работать в объединении «Лев», «Левый фронт».
Были б живы, стали бы Полефус и редактор. Я бы и агитки вам доверить мог. Раз бы показал, вот так-то, мол, и так-то. Вы б смогли, у вас хороший слог. Наконец Маяковский признается Пушкину в любви. Я люблю вас, но живого, а не мумию. Навели хрестоматийный глянец. Вы, по-моему, при жизни, думаю, тоже бушевали, африканец. А в этих четырех строчках я вижу картину советского строя, где за показной веселостью скрыта горечь Маяковского. Хорошо у нас в стране советов. Можно жить, работать можно дружно. Только вот поэтов, к сожалению, нету. Впрочем, может, это и не нужно. Наконец Маяковский прощается с Пушкиным. Ну, пора. Рассвет лучище выколил. Как бы милиционер разыскивать не стал. На Тверском бульваре очень к вам привыкли. Ну, давайте, подсажу на пьедестал. И, наконец, последние знаменитые строки, которые стали хрестоматийными. Мне бы памятник при жизни, полагается по чину. Заложил бы динамиту, ну-ка, дрызнь. Ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь. Иосиф Виссарионович, конечно, помнил эти строки. И вскоре после смерти поэта в остановке от Пушкинской площади появилась площадь Маяковского, увенчанная монументальным памятником поэту. Должен сказать, что стихи Пушкина и стихи Маяковского, столь непохожие между собой, всегда поднимают мне настроение, вызывая похожее чувство веселости. Это происходит потому, что строки обоих поэтов пронизывают остроумие и поэтическая изобретательность, которые свидетельствуют об озорном характере обоих поэтов. Считаю их самыми главными вершинами среди пиков и холмов русской поэзии, я вместе со своим соавтором Вячеславом Лейкиным подчеркнул это в своем фильме «Бакенбарды», герои которого сначала поклоняются Пушкину, создают клуб АСП, развешивают по городу изречения Пушкина, маршируют по улицам, скандируя стихи, строки поэта. Рогатая самых честных правил! Когда не в шутку занимал, луну пожать себя заставил, и лучше придумать не мог. Давай, день зайдет на нас, звезда, вредитель новой счастья, Россия прячет от сна, и нас обломка слава Васька напишут. А когда движение пушкинистов становится неугодно властям, и они жестко ликвидируют эту организацию, молодая гвардия находит себе нового кумира и поклоняется ему с не меньшим азартом. Чем завершить 53-й выпуск, я хочу поблагодарить тех, кто оказал поддержку нашему каналу. И обратиться к тем, кто собирается это сделать. На ваших экранах под видеоизображением переведены ссылки, открыв которые вы легко сможете послать денежный перевод на мой личный кошелек в платежной системе PayPal. Нам нужна ваша поддержка и помощь. Ставьте лайки. Но не в начале, а после середины просмотра, иначе они не засчитываются. Не забывайте подписываться на нашу программу. И теперь я приглашаю вас посетить 54-й выпуск программы «Дом культуры» Юрия Мамина.